Накануне праздника Победы в Губкинском проходит благотворительная акция «Этот день Победы». Поучаствовать в ней могут все, кто хочет оказать помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и детям войны, живущим в нашем городе. Речь идет не только о материальной помощи. Иногда таким людям достаточно просто повседневного внимания и человеческого тепла. Многие предприятия, многие организации, многие предприниматели, они и так активно участвуют, значит, в решении вопросов жизнедеятельности наших ветеранов. Ну, хотелось бы, чтобы эту эстафету подхватили и другие, и чтобы вот эта практика, вот этот вот опыт, он в нашей территории, в нашем городе только развивался. С каждым годом редеют ряды фронтовиков, тружеников тыла, детей войны. В нашем городе их осталось всего 23 человека. Информацию о них и о той помощи, которая им необходима, можно получить в городском управлении по труду и социальной защите населения, а также в Совете ветеранов. Забота о ветеранах – это дань уважения и благодарности за мир, который они сохранили для нас.